вот сделать драники. Вчера собиралась, не дошла до них. Читала всякие советы, как их делать. Нужен лук, чтобы не потемнели. Крахмал, чтобы не разваливались. Драники у меня будут фаршированные паштетом. У нас в семье никогда не готовили драники, а картофельники из вареной картошки. Так. Буду вводить новое блюдо для нас. Рецептов миллион. Не знаю, какой правильный, какой сработает, какой не работает. На картинках все красиво у всех получается. Что у меня получится, не знаю. Сок, наверное, слить немножко надо. Вот столько сока я слила. В советах пишут, надо еще постояло, чтобы эту гущу, которая останется крахмальная, добавить назад. Так, я добавлю еще ложку крахмала и соль. В одних рецептах добавлять муку, в других рецептах добавлять яйцо. Третьи пишут ни в коем случае яйцо. Четвертые пишут ни в коем случае муку. Пятые просто картошку с солью и с луком. Все. У некоторых без лука. Короче, Сусанин, куда я вас заведу. Теперь мне нужно две руки, чтобы типа сразу что-то сделать. И на сковородку. Масло разогревается. Да, посмотрите, сколько тут крахмала осталось. Просто натуральный крахмал. Туда же его. Пока все идет хорошо. Как перевернуться, не знаю. На среднем огне, чтобы пропеклись. Так, по-моему, пора. Ура! Ура, не развалился. Вот что получилось. Такое чудо-юдо. Буду пробовать первый раз. Конечно же, загадывать желание нужно. Жарились они минут по 4 с каждой стороны. Думаю, прожарились. Хрустящие снаружи. И такие вот внутри. Вполне. Вот. Как бы сказал мой сын, вот так вот руку делает. Вот. Свой рецепт я нашла. Надеюсь, кому-то помогу решиться на это блюдо. И сюда может пойти любая начинка. Любой паштет, любое мясо, грибы, да все что угодно. Всем, кто сейчас завтракает, обедает или ужинает, всем приятного аппетита. Шампанское. Вау. Это яблоки. Квашеные яблоки. Потолок стрельнет. Уже слюнки бегут. Яблоки можно мочить и зимой. Как раз к маю месяцу, к маёвкам будет готов шампанское такое. С нашим сухим законом. В Донецкой области отменять не собираются. Потому что линия фронта 300 километров. Чтоб не поупивались. Ой, блин.
пенка. Аж нос шибануло. Какая красотища. Перелила я это все дело в бутылку и в холодильник. Не пропадать же добру такому газированному. Закат сегодня снова красный. На ночь обещает минус 10. Вот. Где-то громыхает. Периодически громыхает. Так день прошел, да, Рон? Пролетел день. Просится на улицу. Нет, не пойдешь ты. Не буду я тебя вечером искать долго. Сильно холодно сегодня будет. Все растаяло, теперь потрескивает. Замораживается заново. Ну, Диоген тебя ждет. Они с Диогеном так хорошо сегодня спали. Если Рон не лезет в гнездо, то все нормально. То все нормально у нас. У курочек тепло, тишина. Ну, как скользко. Дрова пилят, жужжат пилы. Всем хорошего вечера, тихого. Спокойного. Хороших снов. И чтоб ничего не летало. Нигде, чтоб не летало. Такая луна. А на завтра опять обещают плюс. Так, это точно. Сутки двое. Погода работает.